Затылком биться в регулятор будет некомфортно и даже больно. От вашего дыхания, во-первых, маска может начать запотевать, а во-вторых, туда может просочиться водичка. Ты не о том сейчас думаешь, честно слово. Как мышь на крупу обиделась. Вот так. Я же говорил, что вот этот шланг желтый должен выходить с правой стороны. Такой серьезный инструктаж меня, честно говоря, напугал. Слишком много предостережений. Оно и понятно, дайвинг – дело серьезное. Для того, чтобы плавать под водой в озере или на море, сначала нужно потренироваться в бассейне. Поначалу у меня тряслись коленки, но опытный инструктор Виталий не дал мне отступить. Пошли! Можно посмотреть? Давайте посмотрим, как девочка пойдет для успокоения внутреннего. Можно? Со мной дайвингу учится Наталья. Ее муж занимается подводной рыбалкой и подарил ей сертификат на пробное погружение. Вдвоем не так страшно. На поверхности дайверское снаряжение работает как спасательный жилет и держит нас на плаву, пока мы учимся дышать через трубку. Устают очень щеки дышать, а так все отлично. Перед тем, как выпустить из наших жилетов воздух, Виталий дает последнее указание и напоминает систему сигнальных жестов. Как только мы начнем свое погружение, водичка начнет давить нам на уши. Пожалуйста, не забывайте продуваться. Продуться значит зажать нос и попробовать выдохнуть как бы через уши. Забегая вперед, скажу, я так сильно боялась того, что давление раздавит мои перепонки, что постоянно продувалась, и на моем носу появился небольшой синяк. Первые минуты под водой самые удивительные. Страшно, но интересно. Мы опустились на дно бассейна и встали на коленки. Эта поза считается самой устойчивой. Потом долго плавали на глубине 3 метров, а спустя 15 минут решили попробовать опуститься на 5. У меня очень заболели уши, и я не достала до дна буквально чуть-чуть. И 20 минут, представьте, 20 минут просто под водой дышала. Я думала, это что-то нонсенс. Это очень комфортно, привычно. И хочется теперь посмотреть на каких-нибудь рыбок, потому что тут мы видели только пузики купающихся остальных в бассейне. Они, конечно, тоже миленькие, но рыбок хотелось бы посмотреть больше. Все оборудование выдают прямо в дайвинг-центре. Нужно погрузиться в бассейне 9 раз, чтобы получить сертификат и разрешение плавать с аквалангом в любой части мира. Желаю каждому попробовать это сделать. Океан – самая неизведанная часть Земли. Может быть, именно вам суждено сделать великие открытия. Софья Лупинина и Константин Шубкин.